Компания «Ондустык Тулпар» занимается пассажироперевозками больше 10 лет. Все это время приоритетом компании являлись безопасность и профессионализм. Выиграв конкурс на обслуживание двух городских маршрутов, компания закупила 12 современных комфортабельных микроавтобусов. В данное время мы будем осуществлять два маршрута Чимкент-Чубарсу, Чимкент-Бадам. Для этого мы закупили новые комфортабельные микроавтобусы Ford российского производства. Микроавтобусы именитой марки имеют салоны с высоким потолком и оборудованы поручнями для удобства пассажиров. Жидкокристаллический дисплей будет информировать о графиках и маршрутах движения городских автобусов. Останутся довольными и пассажиры с ограниченными возможностями. Микроавтобусы оборудованы удобными входными подножками. Кроме городских маршрутов, компания «Ондустык Тулпар» осуществляет и междугородние автобусные перевозки. Жители Шымкента и городов области уже успели оценить комфорт и удобство междугородних автобусов компании «Ондустык Тулпар». Наша компания «Ондустык Тулпар», мы работаем с 2005 года. Мы осуществляем пассажирские перевозки по направлениям Чимкент-Астана, Чимкент-Алмата, Саргаш-Алмата. Наш автопарк насчитывает 40 автобусов. Мы делаем все, чтобы пассажиры оставались довольными, чувствовали комфорт и удобство во время поездок по нашим маршрутам. Компания «Ондустык Тулпар» располагает собственным автобусным парком, оборудованным мойкой и ремонтными мастерскими. Все автобусы перед рейсами проходят плановый техосмотр и необходимый ремонт. Оставаясь одним из лидеров по пассажирским перевозкам в Южно-Казахстанской области, компания для удобства жителей региона планирует открытие новых маршрутов по нескольким направлениям.